Я вас приветствую, дорогие друзья, подписчики моего канала, зрители моего канала. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк на это видео. В данном ролике я расскажу про мотоблок фирмы Хётор МК7800-Про. Ну и мы начинать. У данного мотоблока стоит двигатель четырехтактный, 7,8 лошадиных сил, редуктор, полноценная коробка передач, две скорости вперед, нейтральная назад. Также у данного мотоблока стоят два шкива. Тем самым перекидывание ремнем вы можете сделать пониженную и повышенную скорость. Также у данного мотоблока есть разблокировка колес. Есть вот такой вот рычажок, вы нажимаете, при повороте мотоблок одна сторона блокируется, и он разворачивается на месте как танк. Что еще можно сказать по нему? У данного мотоблока ширина вспашки метр, глубина пашет он по самые крылья, фреза у него на 350 мм. Что-то темно, как-то плохо видно. Ой, на солнышко его немножко прокачу. Нет, там мотоблоки стоят. В общем, вот так вот он выглядит. На вот таких вот колесиках. В чем плюс? Чем он отличается от других мотоблоков? Я повторюсь, это двумя шкивами. С пониженной, с повышенной. То есть вы можете сделать как две скорости пониженной, так две скорости повышенной. Также и задняя скорость. У данного мотоблока разблокировка колес. Ну, а в принципе остальное все то же самое. Ширина вспашки у них, в принципе, у всех одинаковая. Вес по весу этот мотоблок немножко потяжелее, чем МК-7500. Тем самым он будет хорошо заглубляться и пахать довольно-таки хорошо. Также у данного мотоблока стоит датчик уровня масла. Вот он выходит, внутри стоит рулевая колоночка поворотная, то есть тем самым вы можете повернуть его на себя, руль, и идти вдоль забора, не затаптывая землю. Регулировка руля, то есть можете открутить, повернуть вверх-вниз. Ну и данный мотоблок уже предназначен, чтобы цеплять тележку, допустим, или что-либо другое, как их там называют, адаптеры. То есть это не тележка, а таких два колеса идет, сиденье, и просто сзади сидишь и едешь. Тоже прикольно, кстати, сделали, скоро мы их будем заказывать, тоже сделаю обзор. Ну что еще по этому мотоблоку сказать? В принципе, мотоблок довольно-таки удобный. И по ширине, и по глубине спашки, и да и по весу, вес у него хороший. Больше здесь ничего такого сверхъестественного нету. Остальные ролики про другие мотоблоки у меня есть на канале, можете посмотреть. Также ссылки оставлю в описании. И МК-7000, 7500, и 8, и 13, и 15 тысяч. В общем, разные. И Патриот есть, и Урал там. В общем, на моем канале много видеообзоров таких небольших. Если что-то кому-то непонятно или кто-то что-то хочет спросить, пишите свои комментарии, то есть я стараюсь всегда обычно отвечать. В общем, подписывайтесь на мой канал. Получился такой небольшой обзор. Всем пока.